Добрый день, лето, пора путешествий, эх, путь дорожка. И кто на чем к морю, в горы, лес, реки, ну кто куда? На самолетах, на поездах, на собаках, на оленях, на самокатах, да на чем угодно. Можно, конечно, и пешком. Будь здорова, это пляжная любимица Тортила. Пешком тоже можно, но все же лучше на колеснице, то есть на колесах. Приобретая или получив в дар новенький автомобильчик, что нужно делать, если заветные ключи уже в руке, как синица? Важно то, что подойдет любой автомобиль вот по карману. Неважно, какая модель, марка, цвет, сколько лошадей под капотом, лишь бы новый. Сразу с салона нужно бежать в МРЭО. Там своя суета, красивые номера, застолье, хрусталь на борт автомобиля, пожелания жезлов и гвоздей, скромные подарки, пышные угощения. Все это уже позади. По желанию можно автомобильчик осветить. Особенного чина, прописанного в церковных канонах, не существует. Но все же есть окошко, в которое можно заглянуть. Это чин освящения колесницы. Батюшка в молитве упомянет не автомобиль, а именно колесницу. И это верно. Издавна колесница с грохотом носилась по дорогам и весям. Освященная колесница в мгновение не становится неприкасаемой и вечно молодой. Освящение не колдовство, магический обряд какой-то. Только наша любовь к машине, терпение, внимание, бережные отношения убережет ее от неприятностей, от гвоздей и жезлов на дорогах. Но вот крестик, заботливо оставлен батюшкой, все же поможет всем, кто будет находиться в машине, избежать неприятностей. Освещая машинку, мы передаем ее и всех, кто будет находиться в автомобильчике, в руки Господа и своего ангела-хранителя. Заезжая, подъезжая к храму, автомобиль должен быть ухожен, чистенький, наряжен, убран, вот как невеста перед венчанием, тогда и освящение будет успешным. Затратив и найдя средства на покупку машины, непременно нужно оставить пожертвование храму. Батюшка совершает обряд бескорыстно, поклон ему и уважение. В нашем случае это Свято-Троицкий храм в селе Обиточном на берегу Азовского моря. Всем, кто смотрел, огромное уважение и до встречи!